Подобные ярмарки в Кирове проходят регулярно, но не всегда покупатели оценивают их. То пожалуются на высокие цены, такие же, как в магазинах, то на качество товара. Последние сегодня отправились проверить специалисты ветеринарии. Общались с пчеловодами. Каким выводом в итоге пришли, узнала Елизавета Халикова. Первое, что должен сделать покупатель, придя на ярмарку меда, это спросить у продавца документы. Продавать мед пчеловоды могут только имея ветеринарно-сопроводительное свидетельство и протокол лабораторного анализа. Они подтверждают, что мед прошел лабораторное исследование и безопасен для человека. Наличие таких документов у пчеловодов в первый день ярмарки пришли проверить ветеринары. Рассказывают, необходимые бумаги у продавцов меда есть не всегда. Иногда забывают принести их с собой на ярмарку, иногда просят поверить на слово. Товар хороший. Мы проверяем всего лишь на наличие документа, подтверждающих качество и безопасность. Саму экспертизу мы здесь не делаем. Если нет наличия документа, значит, мы не можем утверждать, что продукция качественно идет. Тогда бывает, уже сообщаем мы в управление ветеринарии, и там уже принимают меры. Ветеринары уверены, у пчеловодов, которые дорожат имиджем своей компании и действительно уверены в качестве своего товара, документы всегда на руках. Анатолий Николаевич производством меда занимается больше 30 лет, но в последние годы, говорит, работать стало труднее. Приходится не только следить за производством, но и заниматься бумажной работой. Надо постоянно брать это ветеринарное свидетельство, заезжать куда-то. Было бы правильно, если когда вот берешь на первую партию, накачал, взял ветеринарное свидетельство, оно должно быть в течение года действительно, а не как вот там 5 дней указывают. За 5 дней ты разве реализуешь? Вот, допустим, я взял 2 тонны меда, я что, за 5 дней их реализую? Заявление пишешь каждый день, если хочешь торговать, это неправильно. Но оказалось, о безопасности медовой продукции беспокоятся только пчеловоды и ветеринары. Покупатели полагаются на собственные ощущения и слова продавцов. Я так доверяю. Я думаю, что проверены все документы. Это все-таки ярмарка. Когда на рынке покупаю. Почему? Как-то не очень доверяю. Не знаю, откуда там. Люди уже годами ездят, они уже халтуру сюда не привозят. Поэтому в магазине возьмешь, можешь не угадать. А здесь все хорошо. Между тем, медом люди по всему миру отравляются регулярно. Опасные вещества могут попасть в организм человека от растений, с которых пчелы собирают пыльцу. Поэтому ветеринары уверены, документы, подтверждающие безопасность меда, у пчеловодов должны быть. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.